Про Аллу Пугачеву. Да. Про самую знаменитую, можно сказать, российскую певицу современности. Помните, про Брежнева говорили, что когда-нибудь про него напишут, что он мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Вот точно так же на самом деле могут когда-нибудь написать и про Путина, что он был тоже мелким политическим деятелем в прямом и переносном смысле этого слова, который был президентом России, когда самой знаменитой российской певицей была Алла Борисовна. Но началось все в минувшую пятницу, когда по традиции уже становятся известны имена очередных порядочных людей, которых объявляют иностранными агентами. И вот на сей раз, в минувшую пятницу, таким агентом объявили Максима Галкина. Ну, а вот теперь Алла Пугачева выступила с совершенно замечательным заявлением, с которым она просит российские власти и ее добровольно, как ее мужа, включить в список иностранных агентов. И я думаю, что, учитывая популярность певицы, знаете ли, очень многие люди позадумаются, что называется, почешут репу и зададут себе вопрос, а чего это Алла Пугачева выступает против Путина? В сети стали появляться эффектные ролики с тем же самым призывом, чтобы Путин ушел. Ну, вот посмотрите, например, такой. Они говорили, что СВО будет закончено за 3 дня. Они говорили, что остановят НАТО. Они говорили, что у нас передовые технологии. Они говорили, что у нас профессиональная армия. Теперь они говорят, что России нужна всеобщая мобилизация. А мы говорим, что России нужно, чтобы Путин ушел. СВО будет продолжаться до конца Путина. Зачем нам эта война? Путин, уходи, за**ал! Путин, давай уходи! Только тогда у нас будет что-то светлое впереди! Конечно же, пока что это просто этакая видеожаба. Но что-то мне подсказывает, что от подобной видеожабы до реальных выступлений вчера еще лояльных сторонников Путина за то, чтобы он ушел из Кремля, за то, чтобы он подал в отставку, за то, чтобы он оставил свой пост. Вот до этого ждать осталось, может быть, гораздо меньше, чем многие могут сегодня предположить. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. До новых встреч на этом канале. Не забывайте только подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, реплики. Я буду стараться на них лично отвечать. Счастливо!